Ребят, всем привет! Сегодня 16 мая, мы на курорте Дома моря. Хорошая погода, чтобы покатать по Финскому заливу. Дождь прошел, птицы поют, лесной массив. Ученик со мной, катаем. Впереди у нас открывается открытый Финский залив с окном в Европу. Именно по этой акватории мы сегодня будем с Александром катать. Ветер стих, волна ушла. Не вижу препятствий и ограничений, чтобы нам уже стартануть. Очень круто катанули, 4 раза менялась погода, но это стоило того. С вами был я, Максим Михайлов, специально для subsurf.ren. Пока-пока!